Здравствуйте, я хочу обратиться к вам за помощью. 26 сентября на перекрестке Перевёрткина-Остужева случилась авария. В период времени с 15 где-то до 15:30. Ищу свидетелей, фото, видео, хоть что-нибудь, чтобы доказать невиновность водителя Audi. Ситуация обстояла таким образом, что мы ехали по Остужево со стороны Северного моста, проехали на зеленый, на поворот на Перевёрткино. Впереди нас было несколько машин, затора не было. Впереди машина затупила, заступорилась. Поэтому мы встали, и получается, светофор, который смотрел на Перевёрткино, горел красным. Через какой-то период времени две машины, которые стояли перед нами, спокойно проехали. Водитель Audi удостоверился, что с правой стороны во всех полосах машины стоят. Конкретно в крайней правой и в центральной. В крайней левой машин не было. На светофоре в тот момент было. Горел красный и было 18 секунд. Водитель начал завершать маневр. И в этот момент на нас летела Шкода. Удар пришелся на переднюю часть и на пассажирское сиденье, где сидела я. Обошлось, к счастью, без травм. Несколько ушибов и царапины. Но водители были в шоке. В том числе и водитель Audi, потому что весь перед машины раскурочен. Я на тот момент из-за осколков была в крови. Вылетела из машины хозяйка Шкоды, водитель, стала кричать, что я не виновата, не виновата. Мы тут же позвонили в ДПС, так как серьезных травм не было, нам отказали в скорой. Благо, ДПС приехали довольно быстро. Стали настаивать на вине водителя Audi, что он не уследил за помехой справа. Он начал описывать ситуацию, что так и так, так как нет стоп-линии, мы обязаны были завершить маневр. Мы удостоверились, машины стояли, плюс впереди нас две машины спокойно проехали. Откуда эта Шкода появилась, непонятно. Видео ГАИ нам пока не предоставляют, потому что до сих пор дело не отдали дознавателю. Водителя Audi заставили признать вину, что, мол, ты не прав. Почему-то все умолчали о том, что светофоры там с задержкой. Через день мы туда вернулись своим ходом. Сделали видео о том, светофоров, посмотреть, как они работают. То есть светофор на Перевёрткино горит красным. И с 30 его секунды светофор, который выходит на Остужево, со стороны кольца, также загорается красным. Получается, что водитель Шкоды промчалась на красный. Прошу, пожалуйста, пусть найдутся хоть какие-то свидетели. Если у кого-то есть запись с видеорегистратора, пожалуйста, предоставьте его мне. Спасибо большое.